Всем привет! Вы на канале Мисс Юля Шоу, и сегодня мы будем смотреть «Я Луна», второй сезон, первая серия. Да, как вы знаете, то, что перевод на русский язык «Я Луна», первая серия, второй сезон выйдет только в 2019 году, в январе. Но мы же с вами сможем ждать так долго, и поэтому я решила снять второй сезон, но не полностью долгую серию. А самое-самое главное, что в этой серии произошло. Например, узнают ли сеньора Шерон, кто такая Луна, и то, что она ее племянница, и вообще, как изменились герои после летних каникул. Придет ли Матео в школу после того, как они уехали с отцом. И вообще, самое главное, как изменится за это время наша Луна. И узнает ли она правду о своем прошлом, и как и отреагируют на это ее родители. То, с кем расстался, и будут ли новые персонажи в этом сериале, мы скоро узнаем. Вы напишите в комментариях, понравилось ли вам видео. И хотите ли вы видеть второй сезон, вторую серию? Если да, пишите об этом в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Если на нашем канале наберется 200 подписчиков, ну уже мы близки к этому, тогда завтра вы. Второй сезон, вторая серия. Поехали! Итак, мы видим, как изменилась Луна. У нее появилась челка. Она проснулась в своей комнате после летних каникул, перед школой. И это ее сон. Как обычно, мы знаем то, что ей снятся сны. Появилась коробочка. Да, события развиваются очень быстро. Это вторая частичка медальона Луны. И наша Луна проснулась, к ней заходит мама, и вы видите, мама тоже очень изменилась. У нее появилась челка, и как обычно она приносит еду дочери своей. Луна, как вы понимаете, ждет звонка от Матео или хотя бы сообщения. Они переписывались все лето с Матео. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Oye, no he sabido nada de ti. Мы видим нашу красавицу Амбер, она выросла, и остался один год в Блэк, и заходит сеньора Шерон. Она приветствует с Амбер и говорит то, что ей надо подумать о будущем, и она дарит ей свою ручку и желает успеха в будущем. Луна рассказывает свой сон Нине, то, что она нашла вторую половинку своего медальона. А Нина и Гастон остались парой. А тем временем до сеньоры Шерон дошла мысль проверить Луну Валента. Вдруг это она племянница. Тем временем наша панда Аманда изменилась в лучшую сторону. Она говорит это из-за любви, но не к Кату. Потом Луна вспоминает свой сон и находит солнце. Наконец-то, после стольких лет, Луна и Симон встретились. И они обсуждают, как провели каникулы, и сюрприз Джем и Боллер, как говорила Тамара.
И еще Луна очень гордится Симоном и выучила все его песни. Тем временем Луна катается по всему городу в поисках Матео, так как он не пришел в школу, но когда она спросила, придет ли он в школу, он ответил «да». Вечером они узнали, что за сюрприз готовила Тамара, а сюрпризом было то, что во всей студии Джимми Троллера расположена камера. И после этой прекрасной новости вышла команда Симона, и они вместе с Луной спели песню. И после выступления Симона и его команды и Луны, Тамара толковала очень добрую речь. Всем очень понравилось, и она в этой речи решила выразить благодарность самой активной, самой доброй, умной, красивой роллерши. Амбер была уверена, что Тамара имела в виду ее, но оказалось, она имела в виду вовсе не Амбер, а Луну. Луна была в растерянности, и она не знала, что сказать.